been around. Eternal. Honor the victims. You don't have even have the decency to stay away from a commemorating. No, I met you before. I know you can. Of Hitler, they put it up in the bookstore on 7th Street, Summer Books, in the East Village. That's what they did. That's what they did. They put up the flag of Stefan Bandera, a Nazi fascist pig. And we're going to tell the truth. We're going to expose them. And I'm proud to expose you for what you are. You think you could casually walk up here and spit on Russia, go to hell. Для всех стран мира он праздником, на мой долг, я должен являться. Потому что это была страшная сила, которая ставила перед собой задачу покорения себе всего человечества. И они ведь многое в этом смысле безобразного сделали. Поэтому этот праздник – это для всего народа, с теперешнего и будущего народа, который, потому что его бы не было, этого будущего, и многие бы вот здесь сидящих не было. Вы где воевали? Я был, начал войну на Белорусском фронте. Первый бой – это было форсирование Днепра. А там было так, на одной стороне немецкие войска, на другой – наши. И обе стороны очень сильно готовились. Гитлер заявлял на весь мир, что дальше Днепра-русские не пройдут. Вот рубеж. Был радистом, у меня поздно свет. Я должен был рядом с командиром. Тянули потом? Нет, у меня никакого. У меня было 20 килограммов рации. Там два аккумулятора стояли. 20 килограммов. Ну, легко. Но это придавалось разным частям, и пехоте, и танкисту, но танкисту маленько другое. Разорвавшиеся мины обоих в раз ранило, меня и компактор по ногам. Слава Богу. Чуть-чуть не подъемно. А закончил в самом Берлине, камнем нацарапали мои из Кемерово, там, с другом своим. Так, спасибо вам большое. Вам спасибо. И не воевать никогда не смею. Самое главное, не дай Бог. Я всех буду. Беги тоже сфоткайся, я давай щелкну. Да, давай. Там же самое.